Свой парадный китель 89-летний Михаил Павлович Елисеев редко достает из шкафа и вообще не любит пафосных мероприятий. Но каждый раз, когда надевает мундир, вспоминает самые тяжелые военные дни. Призвали, когда было 17 лет. Участвовать в боях против фашистов так и не довелось. Но более 6 лет Михаил Елисеев провел на службе 2-го фронта на границе с Японией. 28 ноября, когда поезд тронул, наш, ну, ребята запели там, ага, прощай, моя мама, прощай. Так, наверное, ни в одном кино. После войны стал столяром-краснодеревщиком. В Сочи приехал на стройку санатория «Прогресс». Здесь и познакомился с будущей супругой. Зоей Васильевной почти 60 лет они прожили вот в этой квартире. Потом появился сын, невестка, двое внуков. Тогда и задумались о расширении жилья. И недавно пришло хорошее известие. Ветерану скоро вручат ключи от новой квартиры. И новоселья долго ждать не пришлось. Вот мы вместе с вами. Открыли. Фантастика. Вы уже здесь были? С порога Михаил Павлович начинает комментировать. Работа проведена хорошая, строители постарались. Новая квартира светлая и просторная. Уже стоит сантехника, есть косметический ремонт, на полу покрытие и даже люстры на потолке. Правда, Анатолий Пахомов тут же замечает недочет. Нет электроплиты. Печку, чтобы поставить. Да. Люстры. Михаил Елисеев – это крайний ветеран в Сочи, как выразился Анатолий Пахомов, которому нужно было помочь жильем. И на эти цели существует федеральная программа. Весомый вклад внесла и городская казна. В регионах нашей страны иногда бывают случаи, что вроде бы переселили сирота там, или там, в принципе, дверей нет. Либо сказали, что переселили из аварийного фонда, переселили почти в аварийный фонд. Мы такого допустить не можем, правильно? Ну и очень рады, когда мы решаем вопрос для наших ветеранов. Замечательно. Сам новосел принял решение отдать квартиру сыну. Говорит, с супругой останутся в прежнем жилье, там привычнее. А качество нового оценил на отлично. Отделочные работы хорошо сделаны. Все. И оборудование стоит, все хорошо сходит, все на местах. И свет, и все, да, все. Анатолий Николаевич, спасибо. И строителям. Строителям, особенно строителям. Кстати, наказ Анатолия Пахомова строители тут же выполняют. В квартире появляется новая электрическая плита. Ветеран, несмотря на возраст, любит сам печь пироги в духовке. Новоселье же будут отмечать на днях. К такому событию, пообещал Михаил Елисеев, он обязательно что-нибудь приготовит. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.